Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей. Сегодня мы с Йосей начнем наконец-то уже строительство. Хорош, как говорится, готовиться. Итак, в этой яме сколько дней и ночей с Йосиком провели. Так, значит, доставить строительный материал и вот сюда разгрузить. Все, пошел Йося в башенный кран. О! И погнали. Так, для начала освободим наш мелкий. Грузовик. На нем один единственный груз. В принципе, он, наверное, бы уместился сюда. Вот. Но уже что сделано, то сделано. Мы на нем еще рюмку привезли, вон. Так что. Собственно, расстраиваться не приходится. Так, есть. Есть. Вон она, палета залезла вторая с древесиной. Оп. Выдергиваем. Ой, какой вид красивый на город, смотрите, открывается. Прям можно здесь. Эй! О! Вот так. Вот так вот сделать. Что я сделал? Скриншот. Промазал. Вместо F12 backspace нажал. Оп. Вот теперь нормально. Смотрите, только сейчас заметил вон ту мачту освещения. Хотя нет, катком работали, она уже была. Да-да-да-да. Так, палета с паровой мембраной, арматурная сетка. Арматурная сетка. А палета с паровой мембраной, вот она вот в этом грузовичке. Зрители переживали, сарацины растащат за ночь. Никто ничего не растащил. Все на месте. Оп. Есть. Во, как оно все получилось. Залить сплошной фундамент. Ну, это уже...
Может, прямо на бетононасосе сюда заехать, а? Что-то я вот сейчас прям подумал. А ну-ка. Вот на этом. Заправимся, отремонтируемся и это давай. Мне, кстати, говорили, какую-то техпомощь можно купить еще. Есть тут такая вообще, нет? Служебная техника. Да, вот, смотрите, техпомощь появилась. Ха-ха. А я и не знал, в какой обнове ее добавили. Откуда она вообще такая взялась? Ну, давайте возьмем вот этого мана. Че, денег много? Да, давай. В смысле? То есть это мне что-то теперь надо продать, чтобы купить, да? Со склада забрано максимум. Вот кто вообще вот это придумал? Чё за бред вот? Типа вот тебе столько машин, и больше ты купить не имеешь права. Фигня какая-то. Так. Мешалочка у нас, кстати, полная. Вот, неправильно, конечно, это все так, но меньше движений. Красота. Не работа, а сказка. Но самое замечательное, это можно по бетону проехаться, по свежезалитому. И никто тебе слова за это не скажет. И когда льешь на уже залитое, бетон не расходуется. Это тоже прикольно. Раз, заполнил и дальше поехал. Я говорю, не работа, а сказка прям.
И то на насосом или рюмкой мы бы гораздо дольше, наверное, здесь это дело поливали. Следы по свежезалитому прикольно так смотрится. Чего почти идеально. Уберите табличку, а? Машина пуста. Вот. Как-то бы уже сделали, что когда она заполняется, чтобы эта табличка пропадала. Неактуальная. А то маячит тут. Оп. Вот и все. Заливка бетона, милое дело.
Это вам не котлован копать. Хорошо, что вот этот съезд не убрали. Видимо, рассчитывали, что кто-то так будет делать, да? Так, далеко не убираю, потому что наверняка сейчас нужно будет стены заливать. Потому что вижу, что палеты с опалубочными конструкциями разгружать. Так, вот эту машинку может тоже убрать. Тароночку. Чтоб хоть проезд был. Вдруг кто-то решит проскользнуть здесь. Так, вон они, опалубочные конструкции. О, ага, краник мой мешает. В смысле, не мой. О. Так, ну тут что? Достанем, наверное, бетона насосом. Остальное, да, придется рюмкой.
Все, сразу рюмка, это будет мазохизм, наверное. Так, бетононасосик. Вот он. Можешь прокатиться, не? Не, не хочу. Здесь хоть и недалеко, но что-то не хочется. Лучше он 107 заплатить. Давайте вот сюда для начала. Рванем. Я думаю, вот отсюда можно будет поработать. Так, подождите, а пока шелку открыть. А вот есть такое дело. Хорошо, что здесь площадочку такую сделали. Специально, наверное, как знали. Попадат. Наверное, попадат. Да, попадат. Раскрывайся, хоботочек. Поехали. В смысле? Чё, не попадат все-таки? Вроде ж попадат. Да. На мана. Во. Вот теперь хорошо. Да чтоб тебя. Зараза, надо чуток вперед проехать, чтобы... Как раз таки вот эту на склон поставить, вот так. Чтоб та машина была прямо.
Можно было не делать этого. Это вот эта машина пуста. Блин, а я думал... Ладно. Ну, все равно дислокацию поменяли. Не до... Йося, в двух соснах заблудился. Да не, ну как так, а? Вот что тебе мешает? Ну, льется же, почему? Давай вот так поставим, чтобы прям близко было. До утра наполнится. Во, нормально. Сейчас нормально. Мне кажется, или сейчас быстрее расходуется, чем на музее. Может, я не заливал давно? Это прям как-то улетает.
Все, да? Блин, вот отсюда бы скриншотик какой хороший получился. Сейчас же сделаю фоторежим. Меня опять, во, кинут к машине. Дескать, фотайся отсюда и ничего не знаем. Хотя вот отсюда тоже нормальный ракурс. Пойдет. Смотри-ка, дотянулся до самых дальних. Заполнение. Кстати, 90%, однако.
Эх, не хватило. Блин, на стены больше, чем на фундамент уходит. Думал, 100% будет, нифига. Нет? До сих пор нет. Вот зараза. Ладно. Колонну. Еще колонну. О, стены все. Так, а вот колонны, блин, мне не дадут так близко залить. Еще две, да? Вот зараза. Вот это максимум, да? Никак. Чтоб тебя.
Вот так. Все, разместите туалет. Пока не буду даже его отгонять отсюда. Мне кажется, нам тут еще предстоит повыпендриваться. Шахта лифта. О! Уровень игрока повысился, вы получили очко навыков. Так, элемент потолка. Ну да, потом опять заливать. Ну-ка, давайте посмотрим очко навыков. Уровни улучшения. Все у нас тут. Кредит не хочу. Так, профиль. Вот, навыки. 3 очка навыков у нас уже есть. Скорость крана, вязкость бетона, фитнес. Это что? Ага, у вас скорость газели и ловкость пантеры. Ну, кстати, бегать не помешало бы. Почему бы и нет? Так, дальше. А у нас не такой большой выбор. Вот скорость крана, экономия топлива, аккуратное управление. Давайте экономию топлива брать. Мастер на все руки. Вы полностью развили все навыки. Стимовская ачивка. Так, ну я еще на экономию топлива сделаю ставку. Из компонентов потолка две деревянные балки. Этого добра хоть отбавляй тут. Деревянные балки вовнутрь, компоненты потолка вон туда. И потом нам предложат плиты наверняка укладывать наверх. О, это то еще занятие. Долгое, медитативное.
Ой. Никому по башке не заехал. Вроде нет. Так, деревянные балки разгрузили. Зачем я крюк так задрал? Сам не знаю. Сколько еще? Три, да? Опа. Ух. Новая интересная работа. Разместить 29 компонентов. Ну, благо, вот эти рядышком. О! С размаху воткнул. Не, так хорошо размещать. Так нам с Йоси нравится. Ну.
Пройдет. Трос так интересно гнется. Вот такое ощущение, что не крюк за тросом идет, а трос за крюком. Как будто за крюк кто-то тянет. Вот смотрите. О. И в обратную сторону то же самое. Крюк вперед летит, а трос как будто его догоняет. Вот интересно сделано. Разработчики скажут: умный, давай сделай сам. И будут правы, наверное. Профессия у нас игроков такая — капризничать. И говорят, что дареному коню в зубы не смотрят. А я эту игру считаю все-таки подарком. Мне разработчики ключ подогнали для обзора. Так он у меня и остался. Более того, какой-то волшебный ключ. Все DLC, которые выходят, автоматом в библиотеке появляются. Цены нету этому ключу. А я тут еще бочку на них качу. Да ладно, дело хозяйское. Как я уже сказал, профессия у нас такая — капризничать. Так, дело к вечеру, походу. Ой, все одинаковые остальные. Какая красота, а? Слушайте. Это ж можно теперь особо стрелу не дергать. Туда-сюда. Оп. Йося снайпер. Так, давай-ка, Йося, наверное, отдохнем. Смотри уже сколько. Уложил ты. Ой, промазал. Чё, серьезно? Вот прям никак-никак. Нет, вылез. Не, ну здесь, конечно, да, спасибо, разложили хоть по теме. А то, как не раскладывают, так, допустим, слева что лежат, их нужно направо тащить, а которые справа лежат, их нужно налево тащить. А здесь рациональненько так разложили все. Хорошо. Мы с Йосей довольны.
А, последняя была. Так, это каждый раз, с каждым новым этажом такая будет работа. Но я себя доволен. Это не копка котлована. Котлован копать, это, конечно, жесть. Наказание для нерадивых работников. Хотя экскаваторщики, говорят, неплохо получают. А крановщики, может, больше? Но спорить не будем. Все профессии нужны, все профессии важны. Йоси вон и экскаваторщик, и крановщик. И вообще замечательный человек, на все руки мастер. Хоть и ржут в комментариях, дескать, еврей рабочий, да? И такое бывает, представляете? У Йоси лопата с моторчиком. Тем более здесь работа такая лояльная, я бы сказал. В игровой форме. Йоси и на экскаваторе полетал пару раз, по-моему. И застревал где-то, и с высоты прыгал. Чего только не было. Одни сплошные приключения. Сказка, а не жизнь. Так, последняя плита. Да, наверное, серию надо заканчивать. Час уже идет. О, залить бетоном проще простого. Сделаем, но сделаем в следующей части. Красота. Вот, а на сегодня все. Давай, Йоси, помаши ручкой. Здоровья вам и удачи во всем. Пока. Все, Йоси завис. Вот такой шланг, говорит, у бетономешалки.